Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Денис Тихонов на канале ДТВ. Самые актуальные новости со всего мира. В России запретили апельсины, помидоры и куриц из Турции. В правительстве России обнародовали перечень продуктов. Цитрусовые и томаты вошли в перечень продукции, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию из Турции. Об этом сообщили в правительстве России. Кроме цитрусовых, апельсины, мандарины, клемантины в список вошли. Тушки и субпродукты домашних кур и индеек, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны, виноград, яблоко, груши, абрикосы, персики, включая нектарины, сливы и терн, земляника и клубника. Северная Корея победила СПИД. Власти обещают и дальше усиливать контроль над санитарной работой. Правительство КНДР объявило о том, что в стране полностью избавились от СПИДа. Как утверждает корейская правительственная газета, последний отчет показал, что в стране не выявлено ни одного случая заражения смертельным вирусом. Отмечается, что полученный результат был достигнут благодаря самой превосходной системе здравоохранения и осуществлению народной политики. Энергоблокада Крыма. Медведев пообещал кардинально решить проблему. Премьер-министр России уверяет, что проблема скоро закончится. В ближайшее время проблема энергоснабжения Крыма будет решена кардинально. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения в рамках единого дня приема граждан. Мы в кратчайшие сроки проблему по свету, которая существует в Крыму, решим. Причем она будет решена таким образом, чтобы больше к ней не возвращаться. Скоро все решим кардинальным образом, пообещал премьер-министр России. Напомним, 22 ноября 2015 года в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации в связи с полным отключением от энергосистемы Украины. При этом, по состоянию на 1 декабря, в Крыму организовано теплоснабжение 2747 многоквартирных домов, что составляет 52% от их общего числа. Крымские энергосети при этом страдают от перегрузок. До следующих новостей. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.